Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать и поделиться отличным вкусным варевом с огоньком за 15 минут. Реально готовится очень быстро. Начинаем готовить. Поехали! Из посуды нам понадобится сковородка, кастрюля. Ну, из самих ингредиентов болгарский перец, 2 штуки небольших, 2 морковки, 1 зубчик чеснока, 1 луковица, перец чили не сильно острый, 3 картофеля, тушенка говяжья, а также фасоль с томатом. Берем красавец нож, разрезаем луковицу пополам и лук нарезаем кубиком. Отправили сковородку на плиту, наливаем масло и отправляем лук. Пока начинает жариться наш лук, натрем быстро морковку через крупную терку. Нам нужно, чтобы лук наш немного подвярился. Вот чуть-чуть только подвянет, станет таким стекловидным. Сразу же отправляем морковку. Зубчик чеснока нарезаем слайсами. Все, отправляем морковку. Отправляем чеснок. Перчик нарезаем кубиком, а также колечками нарежем перец чили. Перец болгарский и перец чили отправляем сюда же на зажарочку. Еще буквально минуты 3 и наша зажарка готова. Нам нужно срочно ставить бульон. В моем случае на газ, чтобы он уже закипел. И будем отправлять туда картошку. Наша зажарка тем временем будет уже готова. У меня здесь 1 литр бульона куриного. Добавляю еще 1 литр воды. Элементарно вскипятил воду в чайнике и добавляем 1 литр. Обязательно зажарку нужно немного присолить. Слегка. Картофель нарезаем кубиком, не очень мелким и не очень крупным. Отправляем тушенку в нашу зажарку. Тушенка говяжья. После того, как картофель закипел, через 10 минут отправляем зажарку. Аккуратно. Отлично. Так, и отправляем фасоль в томате. Так, тушенка у нас соленая, фасоль в томате также соленоватая, поэтому на вкус уже смотрим, нужно добавлять соль или не нужно, смотрите по вкусу. Нам нужно еще 5 минут прокипятить и наш суп готов. Так, и последний штрих нашего супчика, это конечно же зелень. Берем небольшой пучок петрушки, нарезаем. И отправим в кастрюлю.
реально получилось варево, очень, очень интересное, очень ароматное. Ну а сейчас попробуем и уже расскажем, насколько оно вкусное. Да, в самом деле, очень ароматное, очень интересное блюдо. И готовится на самом деле за 15 минут. Давайте попробуем, что у нас получилось. Ребята, это реально очень вкусно. Просто супер, бомба. Ну что, ребят, супчик реально готов. Я уверен, пойдет этот супчик вам в копилочку, потому что реально готовится очень быстро и легко, когда совсем нет времени. Ну что, кому понравилось, ставим пальчик вверх, а также подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Всем пока!